Вынос в натуру границ земельного участка. Как избежать драмы? С вами традиционно буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Поехали! Ситуации, при которых даже давние соседи вступают в затяжной спор из-за границ земли, нередки. Зачастую все начинается с подозрения, что забор с соседними участками установлен по каким-либо причинам неправильно. Установить истину в споре поможет только специалист, который сделает вынос границ земельного участка в натуру. Вынос же границ земельного участка на местность можно назвать межеванием только наоборот. Это установление непосредственно на участке точек, определяющих его форму и границы, в соответствии с данными, указанными в документах. Результатом процедуры является установление точной площади участка и его формы, четких границ достоверного месторасположения в общем земельном массиве. Вынос определяющих точек в натуру также называется проверкой границ участка на местности или определением границ участка. Главное условие проведения границы земельного участка должны быть уточнены, то есть участок должен быть отмежован. В результате проведения этой работы координаты границ, которые содержатся в ваших документах, будут на местности закреплены колышками. К выносу точек на местности желательно прибегнуть при покупке участка, чтобы быть уверенным в том, что приобретается именно тот участок с оговоренной площадью и границами. В противном случае впоследствии можно получить не новый участок, а судебные иски от соседей. Однако самой частой причиной вынесения границ в натуру становятся соседские споры, когда есть подозрение о том, что фактические границы смежных участков не соответствуют указанным в документах. К выносу точек прибегают и в том случае, если нет никаких естественных природных контуров или заборов, по которым можно определить местоположение участка. Например, когда продают образованные земельные участки в чистом поле. Обычно их размечают межевыми знаками, но иногда они уничтожаются по разным причинам, и восстановить их местоположение можно посредством выноса границ на местности. Вынос точек на местности также важен перед началом строительства объекта на участке, для того чтобы убедиться, что он не окажется на участке соседа или недопустимо близко к соседним границам. Используют этот вид работ и для определения части границ участка, которые попадают в различные зоны с особыми условиями использования, в которых могут быть установлены ограничения хозяйственной или иной деятельности. Поскольку эта процедура проводится платно, у собственника земельных участков нередко возникает вопрос, можно ли самостоятельно проверить границы своего участка и правильно установить межевые знаки. Теоретически установить пограничные линии на местности можно и самостоятельно, но следует учесть, что участок не всегда имеет правильную геометрическую форму, поэтому без наличия специальных приборов, только с высокотехнологичной рулеткой, определить границы его на местности очень сложно. И самая главная трудность – установить самостоятельно опорные точки, от которых должно производиться измерение, практически невозможно. Если же есть за что зацепиться и вы уверены в правильности ориентиров, то можно попробовать. Но в этом случае, если вы допустите ошибку и, например, установите капитальный забор неверно установленной границы, винить можно будет только себя. Для того, чтобы провести вынос участка на местности, нужен документ, который включает в себя координаты поворотных точек земельного участка. Таковыми является выписка из ЭГРН. Также координаты есть в межевом плане, на основании которого земельный участок поставлен на кадастровый учет. Встречаются случаи, когда данные межевого плана и информация из Росреестра отличаются, поэтому предпочтительнее использовать свежую выписку. По окончании полевых работ, когда вы провели все межевые знаки, установленные на местности, кадастровый инженер составляет акт выноса в натуру. Фактически этот акт – сдача приемки установленных межевых знаков на сохранность. В нем описывается, на основании чего вынесены границы, адрес и кадастровый номер участка, данные владельца и схема расположения знаков. Может оказаться, что по результатам выноса границы вашего участка размещены не там, где им следует быть. В такой ситуации не стоит отчаиваться. Наши специалисты подготовят для вас грамотное заключение о возникшей проблеме, на основании которого вы сможете всегда вернуть на свои места. Пересылайте это видео своим знакомым. Буду рад вашим лайкам и подписке на канал. До новых встреч в следующем видео. Пока-пока!